Могу точно сказать, что Бог на этом месте. Могу точно сказать, что Бог на этом месте. Я это переживаю. Почему? По одной причине. Если Иаков, наш праотец, будучи на земле, на обетованной земле, проснулся рано утром и сказал: «Воу, вот это Бетель, это дом Божий». И он говорит: «А я не знал этого». Но каждый из нас знает, друзья, знает, где двое или трое во имя Мое собрались, там и Я посреди вас, еще говорит о том, что Я вас не оставлю, не покину. Нам не нужно собирать миньян или же 10 человек возле экранов, чтобы это было легитимным. И чтобы каким-то образом провести на Бога какое-то такое впечатление о том, что мы собрались. Мы можем быть, каждый у своего экрана, может быть дома с женой, с детьми, где двое или трое, и что говорит: «Я посреди вас». Бог для нас приготовил чудо. Друзья, хочу вам сегодня сказать, Бог для нас приготовил чудо. Хотя это ожидание висит в воздухе во всем мире. Весь мир, он настроен, что вот-вот, эта эпидемия, вот это распространение этого вируса остановится и внезапно, и все станет на свои места. Хочу сказать, что для нас Господь приготовил чудо, и Он нас обязательно удивит. Хотя многие скажут: «Ребе, вы посмотрите, что в мире происходит, что происходит вокруг нас. Тут не чудо ждать надо, нужно бункер искать для того, чтобы укрыться от пандемии, пандемии всего того, что происходит в этом мире». Но, друзья, нет проблем – нет служения. Нет проблем – и нет чуда. Нет проблемы – и нет побед. Три вещи, которые я могу точно сказать, что нам поможет в этом шторме. Я четко знаю, что нам поможет. Первое – поклонение пред Богом. Хвала, поклонение. Даже когда у вас нету инструментов, друзья, у каждого из нас есть голоса, чтобы воспеть Богу. Я буду петь духом, буду петь и умом. Прославлять Бога на всяком месте. У нас есть сегодня такие прекрасные инструменты, как интернет, в телефоне, с наушниками. Поставьте хвалу и поклонение и назидайте себя песнопениями. Это очень важно. Слово Божье, вторая часть, что поможет нам пройти этот путь. Слово Божье всегда помогает выйти из любых тупиков, ситуаций и обстоятельств. Потому что оно, это слово, как светильник моей стези, который ведет меня не назад, а только вперед. И больше для всех тех, кто боятся и переживают, это последнее – мудрость. Поклонение, слово и мудрость. Мудрость почему? У кого не хватает мудрости, пускай просит у Бога, как поступать. Эти три вещи помогут нам пройти эту ситуацию. Бог приготавливает всех нас к сверхъестественному. Он уже поставил нас на этот низкий старт, чтобы дать нам выйти вперед и получить свое благословение, сверхъестественное чудо, к которому не все мы готовы. Без отчаяния нет чудес. Без проблем нет освобождения. Страх, который парализовал сегодня общество, он настолько реален, что мы видим это на улицах наших городов. Но, знаете, страх не нужно игнорировать. Его нужно преодолевать. Есть люди, которые говорят: «Не обращайте внимания». А я сегодня говорю, страх нужно преодолевать. Чем преодолевается страх? Верой. В Божьем спортзале, друзья, есть много инструментов. И один из них, который очень нас пугает, это штанга страха. Потому что вес от страха, он очень тяжел. И не знаешь, как к нему подойти. Но эта духовная штанга страха нужна нам для того, чтобы начать
прокачивать свой дух, свою веру. Без страха, то есть упражняясь в вере, можно только тогда, когда приходит страх. Нам нужно преодолеть, мы должны прокачать свой дух и свою веру. Тогда, когда приходит неопределенное, неожидаемое, неизвестное, то есть некий страх будущего, нам нужно прокачать свою веру. Для многих из нас важно иметь несколько мест Писания. И я имею эти места Писания, которые по жизни, они меня продвигают. Один из примеров, что сверх моих сил Бог никогда мне не даст. И когда я попадаю в какие-то ситуации, я знаю, что эти ситуации Бог контролирует, и сверх сил Он не даст. Еще одно место Писания — это Римлянам 8:28, да? И там простое слово, все содействует ко благу. Знаете, я понимал раньше, что все происходящее — это часть, которая все пройдет, просто все нормально, это так нужно. Но хочу сказать, что все содействует ко благу не означает, что все хорошее и не надо ни о чем, что все хорошо, не надо ни о чем вообще париться. Знаете, это не тот подход. Ведь все содействует ко благу — это тогда, когда мы проходим сложные ситуации. Ведь карантин, неимение работы, перебои в экономике — это не очень хорошие вещи, которые происходят в нашей жизни. Но все это послужит нашему благу. Все то, что я говорю. В человеческих возможностях невозможно преодолеть те трудности, которые у нас есть в мире. По-человечески. Но с Богом, как Писание говорит, можно все. С человеком, с людьми невозможно преодолеть. Но с Богом посреди этих трудностей мы можем начать видеть чудо. Он приготовил тебе и мне чудо, и мы это увидим очень скоро. Скоро Песах. Буквально через две недели мы начнем праздновать Песах. Мы войдем в это благословение. И если Песах, это означает чудо. Друзья, это чудо. Амен. Последующая история, которую хочу вам пересказать, она связана, как всегда, с евреями. Потому что вся Библия, которую мы читаем, она непосредственно связана с нашим народом. И без него, как мы говорим, и не туда, и не сюда. Ну как же без них, без этих прекрасных, избранных Богом людьми? Как без них видеть Библию и иметь ее себе как путеводитель к жизни? Но еще история очень интересная. Детей в комнату, если вы позвали, вам не нужен такой, знаете, еще один стресс. Я знаю, что многие сейчас по домам сидят, и если вы даже начинаете просматривать нас в интернете, и вдруг переходят к вам смс-ки, друзья, попрошу вас одну простую вещь сделать. Сделайте себе одолжение. Отошлите детей в комнату, поставьте мультик для них нормальный, не какого-то чуба-чубру там, а нормальный, назидательный, библейский мультик, чтобы послушать то, что я буду говорить. Если вас перебивают ваши гости в интернете, да, там какие-то комменты вы хотите сделать, оставьте это. Лучше их забаньте или же отправьте ее в этот самый, в освоясь. То есть закройте, чтобы не общаться с ними. Послушайте, о чем я буду говорить сегодня. Будучи отцом, я сочувствую. Я как отец, который растил троих детей, я сочувствую тем папам и мамам, которые сегодня на карантине со своими детьми. Реально. Я сочувствую. Потому что маленькие дети — это еще одна причина каких-то таких переживаний, трудностей. И это непростая ситуация с карантином, которым мы проходим в разных местах от Украины до Америки. Думаю, что когда откроются школы или детские сады, для нас это будет еще один праздник. Мы, наверное, как на 1 сентября пойдем и будем: ой, хорошо же школа открылась, детские сады открылись, поскорей туда, вот, в детей. Но радость их не будет велика, когда мы пройдем этот карантин и все это откроется. Но я не об этом хочу говорить. Я хочу говорить о том,
что наши дети все хорошие, правда? И вот я знаю, что многие напрягаются, родители. Я напрягался сам, когда был папой. Особенно, когда ты готовишься. А кто готовишься, писание читаешь, там еще приготовишь. Только мысли такие, только напряг свои, как бы вот. И ты слышишь, что они, кто-то бежит вверх, кто-то вниз, кто-то кричит. Один кричит другому, там, стой. А там еще... И я доходил до такого состояния, я начинал кричать. Хватит! То есть, другими словами, стоять, Борька. Да? Стоять, дети, стоять, стоп, мне нужно с вами теперь поговорить. Вот эта история, фактически, она связана с тем, что я сейчас сказал. Когда Израиль входил в обетованную землю, а это записано в 3 главе книги Иисуса Навина, это была глава, где как раз они должны были перейти Иордан и войти в обетование, но также это глава, которая говорит о прощании прошлого, прощании того, что было в пустыне. Когда мы говорим о чуде, мы ожидаем мгновенного ответа или перемен. Мы привыкли, как Израиль, пользоваться Богом как ресурсом обеспечения. Вот то, что было в пустыне, Израиль пользовался Богом как ресурсом для своего проживания, для своего бытия, для ежедневного обеспечения. И он таким и был. Он говорит, я обеспечитель твой. Но в данный момент, где вот мы сейчас будем говорить об Иисусе Навине, в 3 главе, он станет тем, кто будет менять народ. Это означает, что мы должны тоже меняться от нафталиновой привычки прошлого к новой реальности, в которую мы входим. И если время движется вперед, тогда нам важно, чтобы Бог показал нам следующие шаги нашего будущего. Как ученикам по дороге в Эммаус, помните, да? Он с ними и шел, и показал им, что было, и что должно было произойти, и что будет. Давайте почитаем вместе со мной главу 3, начиная 1 стиха. Я не буду всю главу читать, но 1. «И сказал Йехошуа, да, Иисус Навин, и встал он рано поутру, двинулись они от Сетима, пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его», то есть Иордан. Важно заметить и увидеть, что Иисус Навин не пошел один, утречком проснулся и скупаться в Иордан, уже пробежку так сделать с горы. Нет. Он и весь Израиль поутру не двинулись умом, а двинулись в поход. Когда мы в нашем положении изоляции, карантина, думаем, что вот мы в одиночестве сейчас сидим, нас изолировали, мы куда-то пойдем, мы должны помнить, что мы идем все вместе в неизвестность. Я хочу еще повторить так. Все человечество в это время идет вперед куда-то, куда они не ходили раньше. Мы не знаем продолжительности пандемии, как долго она продержится на территории Европы, Азии или же Америки, и как долго мы будем от этого отходить экономически, психологически. Но я знаю точно, что мы будем жить уже по-другому. У нас даже будет одна передача, о которой я буду говорить с пасторами, это община или церковь, вчера, сегодня и после карантина. Но надеюсь, вы присоединитесь к нам потом в прямом эфире, это будет завтра. Мы не можем применить пословицу сегодня, как мы всегда это говорим. Все мы в одной лодке, да? Мы все в проблемах, все мы в одну лодку сели. Думая, что все происходит для всех одинаково. Извините, коронавирус, он вообще как бы так колорадский жук, да, так везде в полосочку. Он не одинаковый, друзья. Для одних это
долгожданный отпуск, карантин начался, для них так сказали, наконец-то я отдохну месяц, никогда в жизни не отдыхал, а тут карантин, и сразу ни на Мальдивы, ни в Италию, все закрыто, прямо у себя дома. Как бы это хотелось бы хоть раз сделать. В советское время ходили на дачу, начинали работать. Я говорил вчера с мамой, она говорит, немножко выхожу и начинаю там вспахивать чуть-чуть, да, свою землю вокруг. Но смотрите, для многих это довольно большие расходы, потеря доходов, бизнеса. Мне всегда не нравилась пословица, которая по-украински звучит, «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Меня как бы это так сильно немножко раздражает. Люди говорят, ничего не хочу знать. Вот это пословица. Но знаете что? Я подумал, вот, когда готовился, думаю, слушай, если хата с краю, но это часть все-таки колхоза. Это часть села. Хотя люди хотят сказать, ничего не могу узнать, мы все равно все вместе. Для, как я уже говорил, для одних это просто отпуск, а для других это потери. Личный эгоизм в это время становится проказой для общества. Личный эгоизм. Если вы говорите, моя хата с краю, я ничего не знаю, то я скажу, личный эгоизм становится проказой для общества сегодня. Мы не единственные, которые проходим через, это, через такую ситуацию. Многие люди проходят, а многие проходили. Исторически человечество было в худших эпидемиях, чем мы проходим. Худших. Но я хочу одну вещь сказать. Слава Богу! Это, наверное, первый раз, когда сказали, что это не евреи виноваты. Наверное. Потому что интернет уже так хорошо работает, узнали, откуда оно произошло. Хотя могут сказать, это тоже китайцы какие-то евреи. Не, ну слушайте, но слава Богу, уже в это время не обвиняют евреев за распространение какой-то эпидемии. Как вы думаете, в чем чудо заключается вот именно в третьей главе? Мне трудно с вами общаться, потому что вы-то на той стороне, я на этой. Но я думаю, хочу вам показать несколько вещей. Возможно, не поймете сразу, пока не почувствуете себя родителем. Я хочу привести пример. Когда наши дети подрастали, нам нужно было их возить в школу. Подъем всегда был трудным для любого ребенка из наших, любого. Поднимаешь, одеваешь, собираешь. И это начинаешь делать так быстро, чтобы не опоздать. Троих, чтобы собрать, ну, нужно было минимум час, чтобы доехать до школы. И дай Бог нам не опоздать. Чудо, знаете, в чем здесь, в этой главе? Что они все утром встали. И Иисус Навин повел больше миллионов людей к Иордану. Я думаю, это первое чудо, которое вообще можно подумать. Если мы с тремя еле справлялись с утра, да, а тут поднять почти миллион и повезти их. Многие жалуются, что нужно зарабатывать, знаете. И чудо вот конкретно вот не в том, чтобы заработать, а быть в понимании, что Бог делает сейчас. Для меня сейчас чудо, вот те люди, которые со мной переписываются здесь, вот я смотрю, и длинный список, для меня чудо, что вы уже возле своего интернета. Потому что очень часто я встречался с людьми, которые говорят, «Ребе, ну не могу попасть вовремя на собрание, на молитву» и так далее. «Работа вот тут, надо зарабатывать». И тут Бог сделал величайшее чудо, освободил вас от той работы, которую вы имеете. И привлечь вас туда, где немножко поговорить, да, немножко. Я всегда говорил нашим людям, бизнесменам, которые мне оправдывались, ведь это бизнес, надо зарабатывать. Я говорю, оставь один день для Бога, в субботу, просто вот доверься Богу, что в субботу это не самый лучший день зарабатывать. А сегодня я вижу, что это очень хороший день. Очень хороший день. И многие жаловались мне о том, что нужно еще работать в субботу. Друзья, у вас есть хорошая возможность, да, чтобы не умереть в субботу, нужно быть возле телевизоров сегодня. Сегодня Бог сделал нам очень интересную вещь. Он сказал, стоп! Детки, стоять! К экранам быстренько, раз,
в изоляцию, раз, давайте пообщаемся. И чудо произошло, не так ли? Все стоит, рестораны закрылись, торговые центры, некуда пойти, пошопиться, как люди говорят, да, пойти. Я хочу сказать, что в это время изоляции такой, карантина по всей земле, Бог конкретно посмеялся над тремя идолами, которые в нашей жизни, я говорю к верующим сегодня тоже, появились. Сказать, какие? Очень простые. Мы, может, не замечаем, но это спорт, это развлекаловка в виде сидеть в ресторанах, делать селфи, как круто мы сидим, как круто мы пьем, что мы делаем, что мы едим, знаете. И последнее, третье, это шопинг. Кого-то впечатлить своими подарками. И знаете, это очень болезненно. Вы помните, как выставляли все в Инстаграме? Вот здесь мы с коктейлем, вот здесь мы в магазине, здесь мы отдыхаем, здесь мы на спорте. И смотрите, что произошло. Все в один день закрыто. Все это показывает нам, что мы все можем жить без своих идолов. Друзья, мы можем жить без своих идолов. В один день Бог сказал: «Стоп! Хочу внимания! Хочу видеть нечто». Карантин всех нас сравнил. И если мы раньше выставляли что-то другое, что мы выставляем сейчас? Маски. У нас сегодня маски-шоу в Инстаграме, фотография, где мы в масках находимся. Смотрите, одну вещь интересную. Иисус Навин привел Израиль к Иордану, к тому месту, где было фактически погружение, или же, как говорят, крещение Иешуа Мессии. Я был на том месте со стороны Иордана, Иорданской республики, да. Я видел то место, где фактически это единственное как раз место, чтобы можно было с горы сойти в долину, пересечь напротив Иерихона, именно Иордан в этом месте. И я подумал, ведь Иордан – это место, где проявляется твоя личность. Когда мы погружаемся, то есть мы говорим твилу, да, делаем твилу, тогда проявляется наша личность, кто мы, решительность, куда мы идем, зачем мы идем, кто мы вообще в Мессии. Иордан – это место испытания и веры. По ту сторону Иордана будет Гилгал и обещанная земля. Когда Бог подводит нас с вами, к нашему Иордану, это не означает, что нужно только перейти, только бы продержаться вот в это время изоляции и карантина. Нет, нет, нет. У Бога задача указать на принципы, которые помогут нам в той стороне проблем, чтобы нам иметь принципы перейти на другую сторону, о которой мы еще будем говорить. Израиль не застрял в пустыне на 40 лет. Когда я думал об этом, да, как-то быстро приходило, вот взяли и как бы так застряли в пустыне на 40 лет. И я подумал: подожди, секунду. Они же там же не застряли. Они сделали решение и остановились у обещанного, то есть у Иордана, фактически, в той стороне, видя ту землю, которую Бог давал, они остановились, и что-то произошло. Они остановились возле земли, которую Бог обещал Аврааму. Принцип веры за Иорданом. Принцип веры за Иорданом, а не в пустыне с манной и перепелами. Если вы хотите услышать, я еще раз повторю. Принцип веры находился за Иорданом. Вот там обещанное было. А не в пустыне, где было просто обеспечение, там обетования не было в пустыне. Мы, как верующие в Бога люди, имеем привычку говорить, что мы застряли в своих отношениях.
или в своей вере, где-то мы же не растем, где-то вот раньше, вот в прошлые времена, вот то, что было тогда, это одно. Я думаю, что мы сознательно вообще остановились. Когда мы думаем, что мы застряли где-то, мы на самом деле остановились у Иордана. И нам страшно идти вперед, где живут исполины. Хочу еще раз повторить. Без сражения нет побед. Когда мы себя кормим страхом и в то же время просим веры, Боже, дай мне пройти, но кормим себя страхами. Вообще, как можно достичь обетованной жизни? Мы начинаем смотреть в интернет, что же еще там сказали о коронавирусе, сколько уже людей умерло, а что у нас будет с экономикой? Когда мы себя питаем из интернета страхами и говорим, Боже, дай нам веру, я все тогда думаю, а как же нам перейти Иордан и получить обетованное? Мы кормим себя новостями и фейковыми историями. И в то же время мы пытаемся войти в пост, в молитву, держаться веры во время испытаний. И как это вообще возможно? Я верю, что Бог крикнул громким своим голосом в нашу ситуацию и сказал: «Стоять! Стоп! Остановитесь на ваших путях!» Вы скажете: «Нам нужно немножко информации». Ну, немножко. А Бог говорит: перестань питать себя ненужной информацией. Перестань. Наоборот, нужно сделать что-то лучшее. Вы скажете, что нам нужна информация, как себя защитить, как себя вести. Знаете, все есть. Все, что тебе нужно для поведения вне твоего дома, дал тебе МОЗ. Да, это Министерство охраны здоровья. Все рекомендации будешь выполнять, и будет нормально. Но для того, чтобы жить, ты должен достаточно знать о Боге, который дает жизнь, и Он есть жизнь вечная, который вывел тебя из твоего Египта. Ты знаешь достаточно о Нем, чтобы на Него положиться. Как Иов говорил: «Я знаю, Спаситель мой жив». Псалом 22. Мы всегда любим его говорить, его цитировать, но я прочитаю всего лишь два, ну, здесь у меня три местописания, но я хочу сказать важные несколько вещей. «Господь, Он пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться». Вы верите в это? Дальше. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Ради своего имени, тех, на кого мы уповаем, Он будет вести нас. Но очень интересный второй стих, потому что второй стих говорит: «покоит меня на злачных пажитях». В других переводах звучит как «укладывает». Знаете, я здесь своих детей укладывал спать. Они сильно не хотели. И говорил: все, пришло время спать. Днем, знаете, они, вечером это одно, а днем, когда хочется уложить, немножко еще как бы так сделать вещей, ты когда начинаешь говорить: все, время спать. И что начинается? Дети: не надо. Их берешь, заставляешь, ложишь спать и начинаешь. Они не слушаются, они хотят спать сразу. Я применял очень интересный инструмент для того, чтобы они заснули. Как вы думаете, что это было? Библия. Я просто брал и начинал монотонным голосом говорить: только не спать. Только не спать. Не спи. Ты слышишь? Они такие: да. Такие все перепуганные. И начинаешь читать ему Библию. Да, и тут проходит 5 минут. Буквально там 10 стихов. И слышишь. О чем я? Бог иногда останавливает нас, ложит нас спать, останавливает от наших забот, беспокойства, которое мы имеем, для того, чтобы дать нам Слово Свое, чтобы мы его питали. Эта остановка во времени карантина
приготавливаемое перед переходом, перед новым эталоном нашей жизни. Мы должны быть готовы через Его Слово принять следующий шаг или следующий уровень нашего общения. Бог обращает сегодня внимание на следующее. Перестаньте жить чувствами, начните жить верой. Когда мы живем чувствами, тогда плоть с душой выражает это показухой, как будто стабильной такой крутизны. Мы это выставляем через Инстаграму, наше все классно, все круто, где мы, что мы. Но знаете, когда мы живем верой, дух подчиняет плоть, отказываясь от понтов, которые у нас так хочет показать. И достигаем благовестием людей, предназначенных на погибель. Тогда, я говорю, мы живем верой. И Бог говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Бог говорит, а сегодня для нас, я остановил вас, чтобы вы познали, что я есть Бог. Исаия 6 глава, 16 стих говорит, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но не говорите, Богу, не пойдем. Мы достаточно знаем о Боге, чтобы не идти вместе с Ним. Давайте еще вернемся к тому месту Писания, которое мы читали раньше. 3 глава. «Стал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, пришли к Иордану. Он и все сыны Израилева ночевали там, еще не переходя его». И следующий этап остановки. Они ночевали там. Почему не прийти и форсом, да, так вот, просто перейти на ту сторону? Нет, нужна была остановка. Перед тем, как их вести в новое, Бог дал им нечто. Привал, ночлег и отдых. Мы все проходим это время, но не все одинаково. У каждого своя история в это время карантина. Но мы все вместе его проходим. Бог не желает вашего обсуждения правительства, экономики, правила передвижения. Но не будьте, я хочу так сказать, Дон Кихотами, кидающимися на мельницы. Снарядите себя словом для работы. Снарядите себя словом Божьим для работы после карантина. Потому что работы будет очень много. Бог приготовил тебя для чуда. И ты тоже будешь этим чудом. Но мы должны идти вместе в это неизвестное нам время. Это касается и лидеров, и правительства. Если общины будут только в интернете, бездейственны к нуждам людей, мы опять застрянем в нашем духовном росте. Мы сегодня, как община Орха Машиах, открываем фудбанк, или же мы принимаем, хотим принимать пищу, или делать такие пакеты пищевые для помощи нуждающимся. Просим присоединиться к сбору продуктовых пакетов для людей. И уже к началу, к 1 апреля, мы готовы помочь 76 человекам. Кажется, малое число. Но я не знаю, сколько людей протянет до конца карантина. Второй стих. Через 3 дня пошли надзиратели по стану. Пошли те, кто могли управлять. Тех, на кого поставили над десятками, может быть, сотнями и тысячами. Нам займет больше, чем 3 дня пройти эту ситуацию, в которой мы находимся, эту остановку. И далее, 3 стих. «И дали народу повеление, говоря, служители давали инструкции, между прочим, для переходов,
через Иордан. И я верю, что Бог дал нам, лидерам общины Орхамашех и других общин, которые сегодня с нами в сотрудничестве, и церквей, возможность говорить в вашу жизнь для благоразумного служения и перехода через испытания в новое неизвестное. Когда увидите ковчег завета Господа Бога нашего и священников, и левитов, несущих его, то вы двинетесь вместе с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должны быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. Смотрите, чтобы знать нам путь. Это установка служителей, что нужно делать и когда нужно делать, на каком расстоянии. Есть управление, которое мы как верующие люди, понимаем, как служители, мы хотим дать направление народу, как себя вести. Причем, что этим путем не ходили мы ни вчера, ни третьего дня. Если мы с вами не были в таких обстоятельствах, а мы не были в таких обстоятельствах карантина, я, например, не помню таких времени, как на целый месяц у нас карантин. В транспорте, в работе, в ресторанах, в других местах. Но послушайте, мы живем в ограничениях. Наверное, мы с вами еще не пережили таких экономических потрясений, хотя, возможно, развал Советского Союза один был из самых страшных для некоторых людей переходов. Но в реальности Бог приготавливает нас с вами к чуду. И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудо». Остановка нужна для освящения. Изменение мышления, так как мы не переживали такого потрясения до этих пор. Очень долго этого не происходило. Для чего нам нужна остановка, вы спросите? Для чего нам нужны эти карантины, эти ситуации? Для того, чтобы понять, что мы один народ, мы должны двигаться вместе, а не порознь. Мы должны осветить себя и перестать говорить ненужное. Ефесянам 4, 25 стих, аж по 32. Я думаю, что это такое послание, которое я хочу донести многим людям. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не взойдет в гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не говорите глупости, друзья. Лучше пускай с ваших уст идет только наставление в вере и через Писание. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас. Я думаю, хорошая остановка на карантин и рассуждать вот над этим. Когда Бог говорит остановиться, посмотреть на пути, тогда нам нужно это сделать сразу. Так как бури и солнце останавливались при Его слове. Во время бури, когда ученики прощались со своей жизнью, они упрекали Мессию, что Он спал, как будто Ему все равно, что они погибают. Но что произошло? Он встал, запретил ветру, буря, что? Утихло. Он запретил. Он остановил ветер. Сегодня Он остановил нас с вами, чтобы любой ветер или ветроучение было остановлено, и мы положились на Него, а не на какие-то мифические
может быть, пророчества, неподтвержденные фейковые истории. Обратили внимание на ближнего, самое главное, и вошли в неизвестное. Когда Бог сказал морю расступиться перед израильским народом, у моря не было другой альтернативы, как быть послушным. И ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. Дорогой брат, сестра, там возле экранов, ни одно оружие против тебя не будет успешно. Моше спрашивал Бога, как твое имя? Вот я пойду туда, скажет мне, как его зовут? И Всемогущий сказал, я есть сущий. Овей, овей. Что это означает? Я много раз это говорил, повторю еще раз. Для тех, кто у нас сейчас смотрит вас в прямом эфире, вы в страхе, в переживаниях, в каких-то обстоятельствах, послушайте. Я буду, кем я буду в то время, когда тебе нужно, чтобы я был тем, кем нужно быть. Овей, овей. Я буду, кем я должен быть в это время. Это самое важное для вас во время карантина, надеяться на Бога. Его имя Яхве. Овей, овей. Когда мы не так близки с Богом, друзья, мы потом почему-то любим сказать, что вот в те времена, 20 лет назад, когда мы только уверовали, какие были молитвы, какие были чудеса, мы так переживали, мы почему-то так сразу вспоминаем прошлое. Знаете почему? Потому что оно далеко. Далекое прошлое. И мы себя питаем тем, что было. А когда мы стоим перед фактами Божьими, когда мы видим, что мы проснулись, у нас есть жизнь, Бог нам даровал необходимое, почему мы не благодарим Его за то, что мы сегодня находимся в это время? Нам важно почему-то вспоминать о том, что было. Сегодня Бог говорит, остановись, грешник, на своих путях. Остановись, рассуди, не это ли время приблизиться к Богу и стать с Ним в друзья, обращаться с Ним, говорить, просить прощения. Иисус Навин не сказал уединиться или изолировать перед переходом. Он не сказал, возьмите, изолируйтесь, перед тем, как мы перейдем. Но Он сказал, осветитесь. Отделить себя от нечестия, от всего, что оскверняло их. Рассудить над собой, где произошло, что произошло, как сделать так, чтобы я вошел в обетованную землю, через Иордан прошел чистым. Это 5 стих 3 главы. Ибо завтра, то есть осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Когда проходят чудеса? Здесь говорится, когда вы осветитесь. Сделайте. Святой да освещается еще. Сознательное рассуждение над своей жизнью. И по этой причине была остановка. Почему они остановились перед тем, как пойти в Иордан? Чтобы они размышляли. Чтобы дать им инструкции. Чтобы они посмотрели на свою жизнь, сказали, Господи, нам нужно очищение. Завтра вас ожидает чудо. А сегодня? Сегодня освящение. Сегодня поговорить с Богом. И я бы хотел бы сегодня помолиться за каждого, кто смотрит нас в прямом эфире, либо будет пересматривать нашу программу. Нам нужно его освящение. Карантин, в котором мы находимся, это остановка для рассуждения, для помощи, в первую очередь, себе, в своих отношениях с Богом. И, конечно же, думать о тех, кого мы любим, тех нуждающихся. Я бы хотел бы об этом помолиться. Помолиться о вас. И если, как община Орхамашиах, вы часть поста и молитвы, которую мы взяли до Песаха, и вы рассуждаете, что происходит в мире, и мы говорим, вера против страха. Я сегодня сказал, вера — это
это не просто перейти Иордан, верить, что там, за Иорданом, нас ожидает что-то лучшее. Нам не нужно бояться страхов, нам нужно преодолевать их. А преодолевается это верой. Верующий в Бога, он не постыдится. И вы скажете, это легко сказать, Ребе. Знаешь, как трудно? Поверьте, вы не первый, кто это говорит. Поверьте, то, что до вас были люди, которые, может быть, такие же вещи происходили с ними. А столетия назад всякие эпидемии уносили с собой миллионы. Так что давайте не будем бояться, а будем верой простираться к Богу. Смотреть на свою жизнь, освящаться и быть готовым перейти Иордан. Там новая жизнь. И я уверен, что после карантина будет новая жизнь. Потому что кто-то не дочитается своих финансов, кто-то, может, близких, кто-то, возможно, будет долго восстанавливать свои экономические позиции. Возможно, многие общины закроются, либо, как всегда бывает, при таких ситуациях омелеют. Но я знаю точно, что около почти 100 тысяч украинцев вернулись на рідну батьківщину. Так что какой-то плюс в этом карантине есть. И я хочу сказать, пускай Бог благословит вас, сохранит вас. Подойти к Иордану, остановиться, осветиться, получить инструкции, и не сам по себе, а всем народом пойти, потому что мы не ходили так ни вчера, ни третьего дня. За Иорданом обетованная земля. Там действие веры. В пустыне там обеспечение, потому что нам нужно было. Бог хочет, чтобы мы оставили свое привычное состояние. Когда мы кричали, обеспечь, обеспечь, дай нам это, другое, третье. И Бог давал, и Бог и даст. Но сегодня нам нужно притянуться вперед. Вера, обетованная Богом, время перемен. И если мы не получаем уроки в это время карантина, где наши идолы были просто в один день свержены, и что мы поняли, что мы можем жить без них, без самовыставления, кичества, достижений, что-то еще в этих ресурсах интернета, выставляя себя каким-то особенным. Сегодня мы все равны. Сегодня мы перед Богом равны, потому что все, что мы можем показать в Инстаграм, это свою изоляцию. Но, друзья, пускай эта изоляция, этот карантин послужит вам отношением с детьми, с близкими, с Богом. Читая Писание, будь активным, назидая других в вере и придавать возможность людям покаяться. Это время действовать. Остановка – дело для каждого важное. Бог не остановил тебя и умертвил. Он, наоборот, дает тебе жизнь. Это жизнь с избытком. Наслаждайся им. Ишуа, спасибо тебе. Микамоха. Микамоха. Адонай. Давайте все вместе, где бы вы ни были, мы еще раз поем эти... Кто, как ты, говоришь, Бог? Адонай, аллилуйя. Микамоха, Байли, Адонай.
Вспышка Твоей благодати и милость, она приходит в наши дома. Господь, время остановки. И три вещи, которые помогут нам пройти любой шторм, любую бурю. Поклонение, слово и мудрость. И все это от Бога. Каждый из нас, который участвовал, присоединялся или присоединится еще раз. Я хочу сказать, пускай Бог благословит вас и сохранит вас. Пусть Бог презрит на вас светлым лицем Своим, помилует вас. Пускай Он обратит свое лицо к вам, повернется к вам сегодня в ваших обстоятельствах и просто вы увидите Его улыбку. Как Отец улыбается детям, пускай Бог прострет свои руки к тебе, обнимет тебя, исцелит тебя, благословит тебя, утешит тебя, уберет всякий страх и скажет в твое сердце: «Я с тобою рядом. Я с тобою рядом». Евех Адонай Ваишмагеха, Ягадонай панавлеха, Авихунеха, Исадонай панавлеха, Всемлеха, Шалом, Бишем Ишо Машихейн. И каждый из вас возле экранов, где вы бы ни были, скажите аминь, аминь, еще раз скажите аминь. Так, сказанному нечего добавить. Бог, Он благ каждому, кто ищет Его. Шалом.